Внимание, отряд! Сейчас я проверю, насколько вы спортивные. На этом занятии физкультурой я вам буду давать разные упражнения. Вы обязаны будете их выполнить. Кто выполнит все упражнения, все испытания, тот сегодня вечером будет выступать на соревнованиях между отрядами. Круто! Ничего себе! Здорово! Ух ты! Это буду я. Почему это ты? Я на плавание хожу. А мы с моей лучшей подругой Сашей на гимнастику. Я на чирлидинг. Я тоже на плавание хожу. Вот видишь, Брит, не ты одна тут спортсменка. Еще много других ребят ходит на разные секции. Спортивные. Да, но у вас у всех есть один минус. Летом все эти кружки закрываются на каникулы. А вот я туда хожу даже летом. Вы за лето все забываете, а я нет. Мы даже летом учимся, учим делать что-то новое. И как ты поехала в лагерь, если у тебя там кружок? Ну, меня мама временно учительница уговорила, чтобы я поехала. Ясно все с тобой. Тишина в отряде. Первое задание. Ходим по бревну. Первый пошел. Так, главное не смотреть вниз. Ой. Ой-ой-ой-ой! Фух, удержалась. Ух. Та-дам! Ух ты, молодец! Здорово, Милана, ты так быстро и круто прошла. Я, наверное, буду следующая. Следующая пошла. Ой-ой-ой-ой! Ой! Ой, ну вот, не удержалась. Ладно, пойду дальше. Та-дам! Неплохо-неплохо. Следующее. Ух! Та-дам! Следующий. Ух! Прошел. Теперь идет Диди. Что? Я не совсем уверена. Ну, ладно. Ой-ой-ой-ой, оно качается! Ой-ой. Быстро поднимайся и продемонстрируй нам свое умение. Ты почти дошла до конца. Простите, но я, кажется, не могу. Это еще почему? Потому что я не умею держать равновесие. Ты можешь, ты просто не хочешь. Нет, все равно не буду. Что? Ты сказала запретное слово. Какое? Посмотри, посмотри сюда. Видишь, нет слова «нет». Поняла? Нет слова «нет», поэтому вставай и проходи еще раз. Ладно, раз нет слова «нет», то тогда «нет» говорить не получится. Ой. Снимай свои очки. Я же без них ничего не вижу. Это очень опасно. Они могут разбиться и порезать тебе глаза. Давай, пробуй без них. Ну, я даже вас сейчас не вижу. Я вижу какое-то синее пятнышко. Быстро вставай и проходи еще раз. И так и быть, возьми свои очки. Так. Ой. Эх, а я в тебе видела такую сильную и смелую девочку. Все, уходи, следующее. Ух. Ух. Та-дам! Замечательно, ты просто идеально сходила по бревну. Рада, что вам понравилось. Браво, браво, ты точно поедешь на конкурс. Вот, Диди, бери пример со своей лучшей подружки, как надо. Что? Она гораздо лучше тебя. Натренированная, спортивная, не то что твои пироги. Готовить да готовить, готовить ты всегда успеешь. Девочкам спорт нужен, чтобы не быть толстыми. Что? Я и задом наперед могу. Ух! Молодец, просто замечательный результат. Из другой подруги пример бери, посмотри. Твои все подруги просто идеально выступили, не то что ты. Этого не может быть. Меня никогда не сравнивают с моими друзьями. Каждый хорош по-своему. Несправедливо, нечестно. Диди, ты куда? Все, они мне больше не друзья. Я даже знаю, как их проучить, этих зазнаек. Так, ну-ка, ну-ка.
Теперь все готово. Посмотрю на лица этих предателей, когда они пойдут на обед. Ну что, ребята, молодцы, урок физкультуры подходит к концу. Пожалуйста, идите на обед. Сейчас за вами придет ваша вожатая. Дети, а вот и я, все в столовую. Салли, сегодня твоей парой буду я. Угу, пошли. Где же Кристина с Машей? Да ладно, не жди их, пошли. Диди, постой. Диди, мы, конечно, понимаем, что тебя очень затронули слова тренерши, но мы-то тут при чем? Что ты на нас обижаешься? Ну ты тоже научишься. Ну мы не виноваты, что вот так вот все. Нет, я с вами больше не дружу. Мне слишком далеко для вас. Я настолько невезучая, что даже по бревну не могу пройти. Куда мне там с вами дружить? Ну, как хочешь. Ненавижу вас, вы мне больше не друзья. Эй, ребята, идите сюда. Как смешно. Что смешно, где? Да я тут ждала Вику, чтобы стать с ней парой и пойти в столовую. А тут вон что, посмотрите, все про вас, про вашу компанию. Что? Салли влюбилась в Тиму, вот это да, я и не знала. Брит сначала делает, а потом думает, и из-за этого попадает в глупые ситуации. Да, действительно. Нейла любит больше спорт, чем друзей. Что? Нейла, подойди-ка сюда. Так. Кайла Ботаник. Ой, Рейни плюс Логан равно любовь? Что? Нет, а кто разболтал этот секрет? Нет, я тут ни при чем. Рейни плюс Логан любовь? Ха-ха, Рейни, нас раскусили. Да, неловко получилось. Логан, ты мне больше не пара, прости. Что? Нет, неправда, дружба для меня на первом месте. Эй, стойте, не обижайтесь на меня. Это какие-то глупости, кто их вообще написал? Ха-ха, Эрика, это вообще прикол. Хорошо, что ты нашла эту стенгазету. Надо ее показать всему лагерю. Кому вообще в голову придет такое на дереве прибивать? Еще и про друзей. Наверняка кто-то на них держит обиды. Я уже подозреваю, кто это сделал. Посмотрите, везде, нигде нету тут чего-то про Диди. Хотя у нее куча всяких ляпов в жизни. Я тоже считаю, что это Диди обиделась и сделала для них. Ну и пусть висит, очень даже смешно. Что? Это не про меня, это неправда. Это неправда. Что? Что? Кто? Кто разболтал мой секрет? Это же было написано в личном дневнике. Кто его прочитал? Что же теперь делать? Что? Салли, прости, но ты же знаешь, что мне нравится Милана. Да. А, ну вы даете, конечно, все. Так смешно там про вас. Что? Я ботаник? Ничего более оскорбительного я не слышала. Если я ношу очки, это не значит, что я ботаник. Какие все смешные. Ребят, как вы думаете, кто это мог сделать, чтобы сейчас у нас был тут такой позор? А посмотрите, нигде нету ничего про Диди. Мне кажется, это сделала она. Да, и мой секрет про то, что я влюбилась в Тиму, знает только Диди. Она прочитала тогда мой личный дневник. Девочки, быстрее убираем эту стенгазету, а не то еще второй и другие отряды узнают это про нас. И тогда вообще будет. Да уж. Какой чудесный день, какой чудесный пень. Какой чудесный я и песенка моя. Скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый. Так, Диди. А, Скайла, что тебе? А я хотела сказать, что мы тебе больше не подруги. В смысле не подруги? А вот так. Во-первых, ты сама говорила, что ты нас ненавидишь и не хочешь с нами дружить. Так ты нас еще и опозорила. Мы с тобой больше не хотим дружить. Иди ищи себе новых друзей. Пока. Ой, подумаешь. Вот и найду, и вы еще пожалеете. Так им и надо. Пусть теперь позорятся наши самые хорошие, которые во всем лучше меня.